Андрей Малахов поделился с журналистами впечатлениями о своем новом статусе. Телеведущий стал отцом. Известного шоумена поздравили знаменитости. Журналисты добрались до Андрея Малахова, которому накануне подарила сына супруга Наталья Шкулева, чтобы взять комментарии относительно столь важного события. Однако новоиспеченный отец оказался немногословен. «Жена плачет от чувств, мы счастливы», — высказался Малахов. Как оказалось, пока родители не придумали сыну имя. «Мы пока никак не назвали, посмотрим на него несколько дней и решим». Напомним, 16 ноября, в 23:30 в подмосковном клиническом госпитале Лапина жена Андрея Малахова Наталья Шкулева родила первенца. Пара в браке 6 лет, однако лишь сейчас на свет появился долгожданный ребенок. Вес новорожденного мальчика 4,2 килограмма, рост 54 сантиметра. Новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя хорошо и сейчас отдыхают. Андрей Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате. Многочисленные друзья уже поздравили телеведущего с новым семейным статусом. Одним из первых оказался поп-король Филипп Киркоров. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он оставил такое сообщение для шоумена и его супруги: «От всего сердца, поздравляю счастливых родителей, дорогих Андрея Малахова и Наташу Шкулев, с рождением наследника. Многие лета. Пусть растет здоровеньким, счастливым на радость папе и маме, подрастает поскорее и присоединяется к прекрасной компании своих, чуть постарше сверстников. Время бежит очень быстро и стирает любую разницу в возрасте, поверьте, мои дорогие, знаю, о чем говорю».